Напомню, что в студии у нас в гостях оркестр ударных инструментов Siberian Percussion. 1 октября – День музыки. Как вот, интересно, у музыкантов принято этот день отмечать? У музыкантов, конечно, работой. То есть в этот день вы радуете себя работой? Мы радуем зрителей, да, своим творчеством. Но вы знаете, сегодня еще, кстати говоря, мы об этом рассказывали в нашем эфире, отмечается Международный день сердца, самого, наверное, важного органа в организме любого человека и вашего в том числе. А у вас от чего сердце поет? Вот от каких мелодий? Может быть, даже не от мелодии, а от чего-то другого у вас сердце поет? Нет, именно, я думаю, что от нашего творчества наше сердце поет. То есть чем его больше, тем нам лучше. Ребята, все согласны? Как, конечно, все согласны. И а можно попросить согласны. Вот на этой штуке сейчас такой кардиограмму нам изобразить? Сердечный ритм. Это, наверное, сердечный это ритм. Это стенокардия какая-то, все уже прихватила. Человека, который куда-то торопится. Это не то, что он уже все отторопился, я могу тебе сказать, после этого, после финального аккорда. Хорошо, что ты не кардиолог. Я не кардиолог, да. Должно быть, по-моему, бух-бух-бух, вот так вот биться и все. Ну, давайте сыграем еще что-нибудь интересное. Записываюсь в музыкальную школу, чтобы научиться играть вот на этом инструменте. А вы настроили наш сердечный ритм на музыкальную волну. Спасибо вам большое за это. И пусть ваш концерт будет всегда с аншлагом. Еще раз напомню, в гостях у нас были оркестр ударных инструментов Siberian Percussion. А именно Сергей Газизулин, Екатерина Стравникова, Тимур Кокшаров, Марина Лянчикова, Евгений Демченко и Мария Сулимова. Спасибо вам огромное, ребята.